Всем привет, ребята! С вами Гриша. И сегодня я сниму видео, как стереть двойку. Это у нас будет видео такое. Как стереть двойку у нас будет. Да. Это у нас будет такое видео, как стереть двойку. Вы помните, что я давно там... Вы помните, что я в 2020 году я снимал это видео. Два видео у меня есть, кстати. Кстати, можете посмотреть в этом. Но сейчас уже 2021. И сегодня я вам покажу, как стереть двойку. Покажу вам аж 5 способов. Да. Вот, короче. Первый. Начинаем первый способ. Вот такая у нас двойка, да. И мы должны ее как-то удалить. Мы делаем просто, надо закрасить карандашом. Закрашиваем двойку нашим карандашом. И стираем. Говорят, что получается аккуратно. Надо, кстати, аккуратно стирать, чтобы дырка не образовалась. Будет говорить, что это за дырка. Вот, мы стерли нашу двойку. Теперь мы можем поставить оценку, которую мы заслужили. Вот. Пятерку поставили. Теперь вы можете использовать такой лайфхак. Вы, наверняка, это вам всем знакомы, что некоторые вот так стирали. Кстати, я спер эту идею там с одного видоса. Слушайте, что я снял. И, короче, мы дальше продолжаем. Следующий способ показываю, как стереть двойку. Вот. Двойка у нас вторая появилась. И мы хотим ее тоже. Мы пишем вот так вот. Замечательно. 5. Вот так получилось у нас замечательно 5. Но здесь пойму, что тут у нас двойка. Ну да, понятно. Так что на этот лайфхак я ставлю 3. Почему? Потому что, видите, все равно видно, что это двойка. Так, показываем следующий способ. Так, у нас следующий. Показываю следующий способ. Вот, следующий у нас. Это у нас замечание, кстати. Смотрите, я написал замечание. Смотрел голых китайцев на компе учителя. Поведение 2. Ну, бывает некоторые, что было замечание. Ребята, как ее стереть? Удалить, то есть. Сейчас вам кое-что покажу. Закрашиваем дальше, стираем как двойку. Будем стирать как двойку замечания. Мы все так же. Мы закрашиваем, замечание стираем.
Тут еще надо закрасить. Закрасить, чтобы не было видно, чтобы. Теперь стираем. Так получилось, но грязно, ну ладно, пофигу. И, короче, у нас получилось. Но вы это, если... Но вы будете... Надо просто сильно стирать замечания. Не надо там жирно закрашивать карандашом. Потом вы это... Вот эти будут у вас лучше. Но если вы будете аккуратно закрашивать, не жирно, потому что такая херня... Вот такая херня произошла, потому что я... Сильно зарисовал жирным карандашом, нарисовал, и поэтому такая херня получилась. Но вы просто не закрашивали жирным карандашом, и этот способ я тоже ставлю 3, потому что это не пойдет. Так, теперь мы следующий способ. Но и... Как? Что сделать, если вы получили двойки? Просим сделать вот так. И эффект будет гораздо лучше. Но говорю, что такого делать не надо. Нет. Просим делать вот так вот. И эффект будет гораздо лучше. И если так. Перепишите просто не заполняйте, чтобы не было видно, как там, после третьего идет 11-е. Надо сначала заполнить неделю, а потом написать уже. Перепишите просто на следующие странички, и тогда будет все хорошо. И последний, 5-й способ. Пятый способ у нас тоже. Но... Да. Смотрите, двойка у нас есть. И что нам сделать? Мы рисуем хвостик, доделываем. Рисуем черточку. ДЗ. 5. И у нас получилось ДЗ, домашнее задание 5. Теперь вместо ремня вы получите пряник. Теперь вы вместо того, чтобы дом... Теперь вместо того, чтобы родители будут вас бить ремнем, вместо ремня вы получите пряник. На пятерке ру, так говорилось. Так. Ну и последний способ на сегодня.
Ну и последний способ на сегодня. Ну и последний добавляется. И последний способ на сегодня. Учите просто всю. Учите просто все уроки. Последний способ дается. Учите. Дается последний способ. Учите просто все уроки, то, что задают в школе. Всем хорошего настроения. Я вам желаю удачи. Всем пока.